С вами Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Данный подкаст связан с тем, что вот у меня вышло много видео сейчас последний раз. Сразу куча видео, которые я отснял, я просто решил все сразу опубликовать. Почему? Потому что, вероятнее всего, канал будет закрыт. Причина сейчас абсолютно идентичная предыдущему моему каналу. Если вы знаете, у меня был раньше еще один канал. Вот. И на этом канале был, скажем так, засчитали мне недействительные просмотры и клики. Я думал, что мало ли вдруг, когда-то по молодости, да, когда канал только-только еще не был коммерческим, баловался там, проверял, будут расти просмотры, если просто обновлять страничку или нет. Подумал, что связано с этим. Но когда была уже непосредственно монетизация включена, я, естественно, этого не делал. Ну и подумал, мало ли вдруг вот это вот повлияло. Сейчас уже вот трепетно за каждым кликом, за каждым просмотром следя, я ни в коем случае не обновлял странички, ничего не делал. То есть уже, не дай боже, что говорится, никаких абсолютно действий такого рода я уже теперь точно не совершал. А ситуация такая, что прилетает тот же самый бан на аккаунт AdSense, что у меня недействительные просмотры и клики. В прошлый раз, да, есть маленький шанс того, что все-таки этот канал вернется. То есть, что предыдущий канал, конечно, уже, ладно уж, с ним на него мы забьем. А вот этот канал может и вернуться. Но откуда этот маленький шанс? Дело в том, что раньше со мной не работал региональный менеджер по партнерской программе YouTube. А сейчас в данный момент времени, нововведение такое есть, что есть региональный менеджер по официальной, если партнерка есть. Вот у меня именно официальная прямая партнерка YouTube, и у меня есть региональный менеджер, который занимается Россией и вообще странами, кажется, СНГ тоже в том числе. То есть русскоязычными странами СНГ. И я написал вчера этому менеджеру, что так и так. Ну, он, конечно, он не связан с AdSense, да, он связан непосредственно с YouTube, но данный менеджер, она хотя бы связана с непосредственно. Она хотя бы работает той же самой компанией, что и которая принадлежит AdSense, то есть Google. И поэтому YouTube и AdSense — это, в принципе, дети Google. Вот. И у него хотя бы есть хоть какой-то выход, больше, чем у меня. Потому что мне в ответ приходят сообщения, да, вот я подаю апелляцию, мне приходит сообщение, что принята апелляция, опять же, от робота. Потом приходит типовое сообщение, опять же, вероятно, тоже от робота, я не знаю, что мы рассмотрели, бла-бла-бла. И ничего мы помочь не можем. Примите наши. Как же там, какая-то фраза такая, знаете, мерзковатая, что типа, что мы хотим сделать все лучше. Да пошли вы, знаете, все лучше. Потому что реально вот сейчас вот гарантированно нет абсолютно никаких точно накруток. Если на прошлом канале, еще раз повторюсь, были подозрения, что могло бы быть, почему могла бы быть накрутка, то на этом канале точно никаких гарантированно накруток нет. И, скажем так, я сейчас спокойно относительно. Вот, ну не получилось, да, и ну обидно, очень обидно на самом деле, что не получилось. Но я как-то, во-первых, да, пришел в гармонию с собой после тех жизненных неурядиц, которые со мной вообще произошли. Там просто такая жизнь в моей жизни творилась в период того, когда закрыли канал прошлый. То есть там просто комбо такое, жесткое комбо пришло, что я вообще поначалу думал, вообще что делать. Чудом не спился, чудом не скурился, там, не знаю, не скололся. Чудом вообще вышел, как бы пришел в норму хоть как-то. Потому что я, честно говоря, был просто в ужаснейшем состоянии, моральном, просто таком подавленном. Вот. Вроде как получилось, да. И буквально вот недавно, в прошлую субботу, воскресенье, поговорил со своим другом
по военному училищу был, да. Диман, привет, если ты смотришь это видео. Вот, поговорил с ним, пообщался. В принципе, да, я ничего нового на самом деле не узнал, но как-то окончательно пришел в себя, да, пришел в нормальное состояние духа, ну хотя бы временно, да, мне это помогло. Пришел, начал писать шикарные летсплеи по Decor Die, сейчас у меня летсплей, Shop Equip, еще несколько летсплеев, то есть новый летсплей вообще начал, ушел от того, что у меня было, да, какие-то у меня были проекты недоделанные, они меня все тяготили, тяготили, я решил вообще кардинально изменить, начал другие летсплеи по другим видео писать, таким ненапряжным, расслабляющим, с красивой графикой, с приятной музыкой. И вот в воскресенье я записал серии, да, в субботу я отдыхал полностью целый день, решил, нет, лучше я отдохну вообще. В воскресенье шикарно записался. В понедельник прилетает вот этот вот блок. Я был, говорю, я был просто шокирован. Это реально был такой хардкор, которого я просто не ожидал вообще никак. Встретить, что вообще такое произойдет с моим каналом. Думал, ну как-то да, я сейчас даже рекламу даже пока не включаю, потому что я жду того, чтобы у меня было достойное количество просмотров в неделю. Кстати, упали очень просмотры, ну я связываю это с тем, во-первых, что да, я поменял тематику, возможно связано с тем, что просто сейчас люди более заняты, более какими-то другими, может, видео, ну учеба и все такое, я все понимаю, поэтому, наверное, просмотры и упали. То есть я на это как бы не паниковал. Вот. Но хотел добиться хотя бы вот того количества просмотров в неделю, которое, ну, могло бы мне как-то действительно перевести мой канал на другой немножко уровень. Есть там уровни, скажем так, когда начинаешь зарабатывать по $25 в неделю, совершенно другой статус у канала. И поэтому я подумал, что я сейчас буду копейки эти получать, да, людей от канала таким образом отталкивать, да, своей рекламой. Решил пока просто вообще рекламу, ну, только на старых видео реклама осталась. Так вот, хотя бы вот банальнейший пример. Заработано 7 центов на данный момент на старой рекламе. То есть, поэтому какие клики? 7 центов? Вы что, издеваетесь, ребят? Ну, конечно, не к вам обращаюсь, да, обращаюсь к Google, к его роботам. Короче говоря, описал ситуацию, короче говоря, кардинально, полностью расписал ситуацию региональному менеджеру. К сожалению, ответы, ну, работы у нас, видимо, часовые пояса не соответствуют, и поэтому ответы оттуда, от данного менеджера, естественно, будут приходить гораздо позднее, то есть тягомотный достаточно процесс. То есть шанс пока еще есть, что канал будет все-таки существовать. Но, опять же, я не знаю, насколько это вероятно. Какие планы, если вдруг канал действительно перестанет существовать? То есть в нем не будет смысла. Вероятнее всего, мне придется поступить каким образом? Есть у меня одна идея пока что, да, еще одна последняя идея. Если она не проканает, то я не знаю, что может проканать. Вероятно, может отработать партнерка не напрямую с YouTube, но для этого опять же нужны другие каналы, потому что этот аккаунт AdSense уже можно считать потерянным. Вот, партнерка непосредственно через партнерские сети, так называемые. Да, часть дохода будет теряться, но партнерские сети более стараются защищать как минимум свои каналы, которые участвуют в партнерке. То есть там действительно нужно настолько накосячить, чтобы тебя действительно забанили. То есть чтобы тебя выкинули из этой партнерки. Хотя, опять же, может, что-то в алгоритмах поменялось, я не знаю. Мне, конечно же, приходится немножко просматривать свои видео, но в каком объеме? То есть если вдруг непосредственно... Во-первых, приходится просматривать, когда я меняю настройки звука, да, насколько качественно, некачественно звук мне приходится просматривать, естественно, на других видах устройств, чтобы с другой акустикой немного послушать, как звучит, как я звучу, да, насколько это все хорошо или плохо. Вот, иногда приходится просматривать видео
когда комментируешь, пока что я не нашел способа, чтобы комментировать и не просматривать видео. Хотя есть, конечно, один такой кривой-кривой, но зачастую приходится все-таки просмотреть участок, особенно если ссылка на таймлайн идет. И тогда приходится, конечно же, посмотреть, что к чему да как. Но, честно говоря, я не уверен, что это должно влиять, потому что, по идее, это мой авторский, то есть авторский просмотр почему-то Google тоже засчитывает. Хотя считать, по идее, статистику даже не должен был бы, даже рядом. Глупая фигня. Может быть, это такая вот возможность того, чтобы звук прошел и на... Вернее, не звук, а чтобы лазейка, что ли. Я не знаю, короче, мне сейчас... Несколько параноидальные мысли на эту тему лезут в голову, почему это произошло. Вплоть до того, что AdSense напрямую это простое кидалово, вот, до того, что кто-то из доброжелателей в кавычках просто накрутил, что называется, просмотров и покликал специально по ссылкам, короче говоря, рекламным, которые появляются, нашел видео. Есть у меня видео, на которых есть рекламные ссылки еще. И то есть целенаправленно постарался выглядеть, как это делает бот. Я просто говорю, вот просто какие-то параноидальные мысли лезут, и все по этому поводу. Что могло бы случиться, да? То есть робот не дает никакого ответа вообще. То есть конкретно, что, где, когда, под каким видео, кто. То есть такой статистики вообще не дают. Руководствуясь типа тем, что это для безопасности, бла-бла-бла, все такое. Короче, ребят, вы все поняли? Дальше разглагольствовать смысла нет. Вот, да, и максимум я, может быть, попробую запустить партнерку именно в какой-нибудь сети. Это максимум. Опять же, если у меня будет настроение на это, потому что сейчас... Настроения нет, честно говоря, вообще сейчас ничего делать, ничего записывать. Даже я не знаю, буду ли... Хочется, с одной стороны, завершать свои дела. Например, вот есть открытые летсплеи сейчас активные, почти которых я мог бы отыграть хорошо, как мне кажется. Да. Но по факту... Вот желание вот реально убили, скажем так. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. До следующих эпизодов, может быть, а может быть и нет. Пока.